Но все-таки как бы хозяева, а не хозяева положения. Микелис Редлих добирается до шайбы. Передача, бросок и 2-1. Счет становится. Филипп Толузага вторую шайбу свою забивает за Рижское Динамо. Вот Микелис Редлих, сразу видно, игрок очень высокого уровня. Знаешь почему? Потому что перед тем, как добежать до шайбы, он посмотрел налево-назад. Он заранее, чтобы понимать, где его партнеры, и чтобы все варианты прокрутить. Так вот, находясь спиной к воротам, Александров все-таки сумел немножечко подправить шайбу. Дугин. Ой, а вот это 2-1, это очень опасно. Там устали адмиральцы, но бегут назад. Передача, бросок, гол. 3-2. Динамо Рига выходит вперед. Ну что, а ты не Филипп Толузаков? А, Филипп Толузаков, передача Рядликса. Чувствие. И вот посмотри тоже, а началось это все опять с адмиральцев. Ну, ошибка в передаче. И Рядликс дважды не пожадничал, дважды отдал. Толузаков, вот, 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 ошибка, про которую я говорил.